Вирджинии вспоминали о том, что спартанцы были прежде всего более голодны, что ли, до победы. Они обыграли их именно в такой физической, атлетической составляющей баскетбола, что было, в общем-то, тоже достаточно обидно. Так что все представители Вирджинии, опять же, готовились к тому, что это будет, как они там называют, dogfight. Битва голодных псов за кусок.